Лысогорский железнодорожный тоннель – самый длинный на Северокавказской железной дороге. Его протяженность – 3 километра. Прежде, по соображениям безопасности, поезда должны были проезжать тоннель со скоростью 10 км в час. Начинать снижение скорости массивному составу приходилось задолго до тоннеля. Все это влияло на графики, сроки и расписание. Теперь в Лысогорском тоннеле используют новую технологию укладки пути. Она снижает вибрацию и воздействие на своды. Она была применена на участке от Сочи до Мацесты и на сегодняшний день оправдал себя по всем параметрам. Это и безопасность, это и комфорт для пассажиров, плавность хода. Ну и, естественно, самое главное для нас, железнодорожников, это низкая себестоимость его эксплуатации. Говоря проще, раньше в основании путей при нагрузках бетон разбивал бетон. Сейчас между слоями бетона используется специальная амортизирующая прокладка. Подготовительный период мы прошли. Подготовительный период – это бетонирование и укладка вот, значит, каркаса. Вы видите, насколько вот по этому металлу, я думаю, что в космодроме, наверное, такой же диаметр металла, да, использовался. Вот потому, какая мощность металла, мы должны понимать с вами, какие нагрузки выдерживает этот тоннель и конкретно вот эта вот система. Преимущества новой системы почувствуют и пассажиры. Поезд будет идти плавнее, увеличится скорость. Сегодня на объекте круглосуточно трудятся от 80 до 120 специалистов. Полностью завершить работы планируется 21 апреля.